Стасика забрала, Стасика веду домой. Всем добрый день. Ой, у нас такой снег, там снежную папу лепят, а мы гуляем на прогулочке. Поздоровайся со зрителями. Ой, снега сегодня навалило конкретно. Ну как, Стасик? Тебе нравится? Да. Такое ощущение после лекарни, знаете, ну, как его дышать? Надо привыкнуть. Да, да. Надо привыкнуть. Ой, не могу не нарадоваться, не могу. Ой, красота, конечно, снежок. Снег. Все в снегу. Вышли прогуляться сегодня. Погода замечательная. Воздух свежий, уже темнеет, конечно. Но такая погода потрясающая. Да, замечательная. Потрясающая. Ой, как хорошо частный дом, вот скажу, Стас. Тут это дачный кооператив возле нас. Мы тут гуляем. Мы тут природой наслаждаемся. Красота. Всем приветики, всем Шурас. Приветики и ответики, подписчички. Кая меня сегодня забрала. Как вы видите, я уже, меня уже выписали. И так, мы гулять пошли. Да, такие ощущения, ребята. Ну, вы сами понимаете. Два месяца были в лекарне. И тут раз бухты-барахты выписали. Вы сами ну знаете. Да, ну непривычно. Непривычно. Да? А ну тут как попройти нам. Ой, не, все-таки. Посмотри, вот когда снег, оно дышится по-другому, когда снег. А когда вот это слякоть, оно на улицу вообще не хочется выходить. На Новый год бы, как бы снежок был бы, елочка, да, ты что, красота была. Ну да. Но еще небо снежане и будет снег падать. Ветер, конечно, ну такой маленький ветерок. Этот, что я вам хочу сказать? Решили вас сегодня выгулять. Мне показалось, человек там. Решили вас выгулять. А то вы у меня засиделись, честно, засиделись. Еда вам не нравится, то вам не нравится, все вам не нравится. Ой, не знаю. Не знаю. Просят, читая комментарии, хейтеры просят историю. Ой. Какую историю? Ну, историю страны, в которой мы находимся, в которой мы проживаем. Ой, люди. Если я вам историю буду рассказывать, я вам не ту историю, которую вы пытаетесь сочинить, я вам реальную историю расскажу, вам она не понравится. Так что лучше на историю меня не провоцировать. Как-то так. Как-то так, ну да. Как-то так. Насчет еды, ну если хейтеры еду видят только на моем канале, ну что я сделаю, дорогие мои хейтеры? Решила вас волчица выгулять. Ну да. По снегу. Вот посмотри на дереве, на елке, когда снег. Сфотографируй. Красиво, на елке снег. Покажите, ой, красота. Красоте. Ну, давай я так, давай так. Дерево реально было красивое. Сфоткались. Кто-то печку топит, запах дыма стоит. Ой, потрясающе. Потрясающе. Прогулка сегодня у нас замечательная. Хорошая хатка была у нас. Ой. Сима. Стасик, ну давай улыбнись. Улыбаюсь. Тут, кстати, рядом кладбище. Ну давай про это не будем. Ну да. Ну просто чувствуется атмосфера. Ой. Ну, что ж ты хочешь? Все уходят когда-то. Ну да. Кто-то как резину палит.
наверное, старую одежду жмут. Такой запах. Ну, растопить, наверное, растопить буржуйку, ну, или, да, или лежанку. Да. Как быстро одежда. Вот все в снегу, ну красиво, ну вот как в сказке. Ой, красота. Красота. Люблю снежок. Тихо. Люблю. Ой. Видите, какой снежок. А ну давай я тебя. Давай. Попала. Ой, кайфую. А хейтеры пусть завидуют. А Каечка кайфует. Люди по-разному кайфуют. Есть от хорошей погоды, есть еще от другого чего-то. Но мы в жизни принимаем все самое-самое лучшее. Люблю так, как... Вообще, вот я вам скажу, небольшие свои тайны открою, не хочу я жить в большом городе. Я в Харькове, я всегда хотела с Харькова переехать в пригород, потому что, ну, большой город, ну, я не знаю. Хотелось бы в пригород, конечно. Потому что в пригороде, ну, сами понимаете, частный дом. Это, конечно, не сравнить с квартирой. Не, может, и живут, я не знаю. Что хочу сказать. Частный дом есть частный дом. Он не сравнится с квартирой. Потому что все-таки в квартире ты живешь как в человейнике. В любой, хоть 500 квадратов у тебя будет квартира, но все равно там соседи. Ну, 500 квадратов я преувеличила. Ну, допустим, 100 квадратов. Там все равно соседи. Есть все равно какая-то атмосфера. Ну да. А частный дом есть частный дом. Ты сам себе хозяин, ты ни от кого не зависишь. И живешь, наслаждаясь жизнью. Ага. Ну это дача. Дача. Ой, у нас, кстати, со Стасиком, вот единственное, мы хорошо сходимся в том, что он тоже любит. Любит село. Ну да, конечно. Любит село и любит природу. И любит зверей. Так что мы с ним в этом сходимся. Не, и в другом, конечно же. Ой, снег, прелесть. Ой. Так, сейчас вас переверну. Красота. А, тут стоянка, ну красиво, посмотри, все в снегу. Ой, тут петарды. Прелесть. Петарды до сих пор. Тут железная дорога. Железная дорога. Красивый снег. Давно уже не было снега. Давно. Ветер такой, ну ветер не сильно такой, чтобы сильно морозный был, нормальный. Ой, красота. Вот просили вас выгулять, мы вас выгуляем. Так что любой каприз. За ваши услуги. Да. Ой, Стасик, как всегда, шутит. За ваши подобаечки. Подобайки — это на украинском языке лайки. Да, ребята, кстати, не забываем ставить лайк. Обязательно. У меня на канале видео отличные. Видео суперовые. Разноманитные. Да. И еду показываю. Ну, уж извините меня, если у хейтеров... Если хейтеры питаются Святым Духом, хейтеры то... Хейтеры не голодные. Ну, они, наверное, наоборот голодные. Да. А, ну да, может, завидуют или что-нибудь. Завидуют, что еда, наверное. Это Эспан. Это наш поехал. Берлинская железная дорога. Или к ним, к моему бассейну, да? Ну, в другую сторону. А, в другую сторону. Да. Тут немного потаивше. Красиво. Уже темнеет. Время у нас сколько? А ну, глянь, сколько времени, интересно. У тебя есть телефон? 4, 3.
16:38, полпятого. Полпятого, темнеет. Ой, природа, конечно. Деревья такие в снегу. Ой, вот куда городские туалеты привезли. Наверное, потому я тогда и не успела. Кто давно на канале, знает. Вот, можете посмотреть, сюда все свезли. Такая экскурсия вам. А, вот в ряду стоят. Хоть открытые. Ну да. Запах, конечно. Ой. Посмотрите, какая красота. Ночной город. Ночной. Вечерний. Да, вечерний. Не ночной, а вечерний. Ой, я от снега кайфую. Ну вот честно, честно. Я от снега кайфую. А я кайфую. Ой, стай сиклови. Чуть не промазала. Ой, идем с прогулочки домой. Я так благодарна, волчица, что она меня прогуляла. Идем сюда на снег идем. Вот тут калина. Да, тут у нас лужа. О. Какой ангел светлый. Такой благодарный волчица, что она меня прогуляла. После лекарни такие стрессы. Ну да. Не звыкну я до дома. Ремонтные работы. Спасибо волчице, что прогуляла. Завтра термин у меня. Тут ты завтра вылежишь или сегодня? Завтра. Короче, завтра у меня термин. И на термин завтра надо еще по делам пойти. А потом после делов я пойду в бассейн, буду плавать. Буду загорать. Буду привыкать, буду звикать до уже нормальной жизни. Спасибо всем, кто підтримував мене. Писав мені під моїм ютубом, я хоч не цим не влікаюся. Але мені приємно було, ви мені писали виздоравлюю. Спасибо, хто заботився і хто писав мені. Спасибо большое, підписчики. Дякую вам. Ставте вподобайки. Не забувайте ставити вподобайки. Це безплатна функція к ютубу. Вот Стасик. Ой, снег. А вот на фонаре как он красиво. О, опять пошел снег. Ну, тем более. Красота. Сегодня наслаждение у нас. У нас наслаждение. Такое зимнее видео, зимняя сказка. О. Немного мокрый снег, конечно, но все равно. Так, чтобы не упасть. Вот будет, если я упаду. Вот будет. Так что, дорогие зрители, гости канала, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Подобайки ставьте. Ну да. В такую погодку грех дома сидеть, грех не выйти, погулять. Насладиться жизнью. Ой, красота. Будем уже, конечно, домой идти, пить горячий чай. Сегодня Стасик аж привела, мы пообедали. На обед у меня было картофельное пюре. Стасу еще салуху его любимую сварила. Картофельное пюре, курочка запеченная, капуста тушеная. Кстати, ну вот в мультиварке капусту тушить, ну просто обалденно получается. Ой, поезда шумят, какие-то цистерны повезли. Да, снег хороший. Ой, дай бог, чтобы хотя бы пару недель такая погода простояла, чтобы не было слякоти, не было дождей. Потепления, чтоб не было. Так что как-то так. Ой. Стас, я балдею от воздуха, от природы. Довольна. Сейчас напишут,
сейчас, короче, напишут, что я, что все беженцы природой зациклены. Ой, люди, когда пишите, думайте, пожалуйста, думайте. Ой, отлично. Ну что, мы будем домой идти, Стасик? Стас замерз и просится домой. Ой, ну нагулялись от души. Кто-то такую пальму выкинул на мороз. Ужас. А что вы? Шелтая. А что вы ей повыкидали? Не знаю, шелтенькая. Наверное, уже красиво. Она желтая, испортилась. Да. Кая села на лавочку отдохнуть. Кая, что будет на вечерю? Ой, сейчас домой придем. Я попью чай с пирогом, пирог яблочный есть. А у тебя картошечка есть, капуста есть, курочка. Ты все не съел, там осталась курочка. Сейчас придем, будем мукбанг не будем записывать, но будем ужинать. Горячий чай выпьем. Ой, погуляли, так хорошо нагуляли, Стасик. Как тебе экскурсия, прогулочка? А он такой, знаешь, как мурашки. Как крупки, как крупинки. Как крупа, да. Вот можете посмотреть, видно? Как крупа. Я покажу на шапке твоей. Ой, зазнешила меня, как крупа. Не знаю, если опять потепление будет, это лучше. Это как покрупи. Но он падает такой, что будет лежать. Ну дай бог, чтобы лежал. Отлично. Ой, нагуляли. Темнеет, так рано темнеет лучше. Нагулялись. Пора и домой двигаться. Ну, да, сейчас Стасик пойдет, покупается, повечеряет. Я буду спать. А какая? А ты, волчица, повечеря, что ты будешь рвать? Ой, что-нибудь в Ютубе посмотрю, буду отдыхать тоже. Я так плохо ночью спала, не знаю, просыпалась. В 2 часа ночи проснулась, в окно глянула, как туман. Ой-ой-ой. Ну все. Хочется передать привет на этом видео Наташе с Испании, всем нашим любимым подписчикам, Ане, Насте, всем огромный привет. Наташе из Испании тоже привет от Стасика. Да, и всем привет. И иду Стасика там. Ане, Насте тоже привет. Мне кажется, что мне передавала Аня, Настя привет вам. Тоже привет от Стасика, Аня и Настя. Крупа и какое-то мокрое. Крупа. Спасибо, волчица, что на меня прогулял. Отгулял. Лопатый уже падает. Самое удовольствие. Очень хорошо. Что это такое? Ой. Всем привет. Моим Оксанке. Привет, Оксанка, мене вже виписали, Оксанка Лісова, привіт тобі. Мене вже виписали, Олічки, Галинки, всім моїм знайомим, хто мені дзвонив, коли я був у лікарні, ви мене підтримали, Васі, привіт, всім моїм знайомим, всім моїм привіт, я вже вдома. І слава Богу, дай Боже, що мені помогли, щоб я звик, і все буде хорошо. Так, і ставимо лайки. Ставимо подобайк, і йдемо домой, бо сніг такий падає, такий крупний. Крупа. Пшеничная крупа, ребята. Хорошо, что я шапку одела. Надела. Ну, вот я заметила, кстати, постоянно к словам притирается. Но сказала, одела шапку. Ну и что? Ну я веду свой канал, это мой влог. Ну иногда могу так сказать. Ну правильно, конечно, будет надела. Но я сказала, одела. Ну что тут такого? Ничего страшного, одела. Вещи от этого не меняются. Конечно, ну все. Будем прощаться с вами до следующего ролика. Да, всем пока.